Второй раз решили по этому мостику не идти, да? Опасно! Dangerous! Все обратно? Ну, практически да, просто посмотреть, да, и вот обратно же мы через который мы проходили. А что здесь? Вид. Просто с обратной стороны вид, тоже сзади. Вид сзади, конечно. Вот они. Вот, вот, давай. Здесь кода нет пока. Нет, что. Был. Ну, откуда? От залива, конечно. Не, ну хотя если переезжали. Махину не рвется с горы, напряженные спины, колени сведены, и тяжкая работа важнейших работ. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Махин закончит новый, повыжает поля, и станет крепкий, и кончится земля. А небо год от года все зарит тяжелей. Дрожит оно откуда ракетных кораблей, дрожит оно откуда ракетных кораблей. Стоят они, ребята, точёные тела, поставлены когда-то, а смена не пришла. И свет мной не радует, и ночью не сна. Их красоту снарядами уродует война, их красоту снарядами уродует война. Стоят они навеки, упершую в беду, боги, человеки, привыкшие к труду, и жить еще в надежде до той поры пока. Атланты небо держат на каменных руках, атланты небо держат на каменных руках. Смотрите, какое дерево я увидела. Видите, как раз показывают о том, что начали хотя бы парк сохранять. Ну, видите, железом, железом сохранили два ствола. Чтобы не падали. А это железо не дерево, да? Деревянное? Да, деревянное. Ну, ладно, какая будет деревянная. Мне показалось, что железо. Вот бы по улицам и площадям. Там 60 метров. Ну, пошли, нужно это. До конца парка хватит? Там буераки, буераки там говорят. Там да, там есть. Сладенькой дороги. Широкой дороги, да? Я там сижу, какой-то. Если камеру. Рука устала, я говорю, вот, классно. Вот деньги? Да. Почему нет? Почему нет? Ну, а чтобы не было. Ну, что, как работает? Чем больше, тем страшнее.